Сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц дачного поселка услышали звук разбившегося стекла и проследовали в его направлении. Возле частного дома, в котором было разбито окно, они обнаружили неизвестного, который выбегал из жилища. В руках у мужчины находился металл. Полицейские задержали злоумышленника с поличным и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Грабителем оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Задержанный в содеянном признался. Похищенное изъято и возвращено хозяйке дома. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Если у вас произошла кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления. Не заходите в помещение, где побывали злоумышленники. Не трогайте вещи, которые находятся не на своих местах. Будьте внимательны и бдительны. При появлении на вашем участке подозрительных лиц незамедлительно обращайтесь в полицию.